настоящая история любви, которая была на «Титанике». Если вы смотрели фильм, то вы, наверное, помните пару, которая в фильме погибла. И они также обнялись друг с другом, и они были в возрасте. Вот это вот есть настоящая история. Вы, наверное, помните сцену, где пожилая пара лежит на кровати, в то время как вода наполняет корабль. Зрители считают эту сцену одной из самых печальных в фильме. Более того, такая пара на самом деле существовала. Звали их Исидор и Ида Штраус. И к тому же они были очень богатыми и были пассажирами первого класса. Они поженились в 1871 году, когда Иде было 22 года, и у них родилось 7 детей. Правда, один умер в младенчестве. Они были по-настоящему неразлучны. А когда случались разлуки, то они писали письма каждый день. Исидор был очень известным и очень богатым совладельцем универсама Маркус, в то время как Ида была домохозяйка. Так как они были очень богатыми, им предоставили одну из самых красивых и самых роскошных кают на лайнере. Когда стало ясно, что корабль затонет, людей начали увозить на шлюпках. Многим женщинам и детям, и особенно тем, кто плыл первым классом, предоставляли право первыми покинуть «Титаник». Исидор и Ида были среди привилегированных пассажиров. Но мужчина отказался садиться в лодку, уступив свое место женщинам и детям. Услышав, что муж не садится в лодку, Ида последовала его примеру. Она настояла, чтобы вместо нее в шлюпку посадили их горничную. И она заявила: «Я не оставлю мужа. Мы жили вместе и умрем тоже вместе». Многие из тех, кто остался в живых, помнят, как последний раз видели пару на палубе, рука об руку, и описывают эту сцену как самое выразительное проявление преданности и любви. Корабль затонул 2:20, и оба погибли 15 апреля 1912 года. После гибели «Титаника», когда начали искать тела, тело мужчины нашли, а вот, к сожалению, тело женщины так не было найдено. Семья Иды набрала воду с места крушения и поместила в урну на могиле ее мужа. Память о паре была увековечена, и было написано: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Вместе с этой парой в ту ночь погибло больше 1500 людей. Гибель «Титаника» считается одной из самых смертельных катастроф современной истории.